Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Друзья, свежая информация об Анастасии Заворотнюк и как повелось в последнее время, это хорошая, радостная информация. Анастасия Заворотнюк может дать серию интервью на ТБ. Знакомые актрисы утверждают, что она может согласиться на беседу с Андреем Малаховым. Актриса Анастасия Заворотнюк планирует выступить на ТВ и, возможно, даст серию интервью. Такие сведения раскрыли представители окружения звезды сериала «Моя прекрасная няня», за здоровье которой поклонники переживают не первый год. В прошлом месяце телеведущий Андрей Малахов заявил, что Заворотнюк хотела поздравить героя выпуска передачи «Привет, Андрей» певца Николая Баскова с днем рождения. Актриса собиралась выступить по видеосвязи, но что-то ей помешало. Однако теперь источники утверждают, что Анастасия может провести полноценную беседу с Малаховым и рассказать о борьбе с тяжелыми недугами от первого лица. Вот такая вот, друзья, информация. Если она все-таки хочет дать это интервью, то я считаю, что нам нужно понимать уже, что у нее состояние стабилизировалось. Конечно, о полном выздоровлении, я думаю, речи еще не идет, но о том, что какой-то, то есть пик уже достигнут, и это вот очень хороший знак. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.